Привет, привет. Сегодня сейчас вам расскажу, как закрепить, ну, именно попасть в обрешетку, когда вы ставите крышу, крепите, как попасть именно в обрешетку правильно саморезом, кровельным. Ну, смотрите, для начала просто на другом листе, который у вас уже постелен, то есть берете мерную палку, выставляете ее. Вот здесь на листе именно делаете насечки. Там ничего не видно. Здесь делаете насечки, где она идет. А, нет. А то было. Там включено это. Сделали здесь насечки, потом, когда будете ставить сюда лист, вот сюда, прикладываете сюда, на эту сторону палку сверху на лист, соединяете ее именно с насечкой, также отмечаете, где вам, и там сверлите в любом месте дырочку, тогда вы точно попадете в обрешетку. Вот такой вам полезный совет, как попасть в обрешетку. Ну, и когда будете делать даже самый край, ну, крыши, здесь точно так же все отмечаете, только потом подходите к самому краю, щупаете, где палка, рукой, ставите мерную палочку, также там же соединяете, чертите, и у вас получается то место, куда можно нормально прикрепиться. А шурповерт у тебя нет? Спасибо тебе за просмотр. Пока-пока.